Хей, йога, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру под названием Пещерные войны. В прошлой серии мы победили мужика на тиранозавре Рекса, теперь мы идем в Гравиард какой-то. Гравиард. Ну, место похоже людоедное. Сразу на девчонку переключаемся. Макаки 100 тонн. Ну, ладно, ну что. Короче, ну... Не хочу я, чтобы он духов создавал. Готово. Ну, это, типа, глупые людоеды. Самое опасное — это шаманы, как я понимаю. Вау, вау, вау. Хотя, давайте я... Так, тихо. Ага. Ах ты ж, жук. Жучок какой. А ну-ка. Ага, то есть... Ну, у нас блокирует чисто все-все. Угу, меня все равно задевает взрывом. Меня все равно задевает взрывом. Окей. Нужно быть поосторожнее здесь. Очень желательно поосторожней. Жалко, что здесь нету бесконечного континиума. Что мы по-любому просираем. Ясно все с вами. Ну да, то, что он типа... Высоко прыгать не умеет, это херня. И очень серьезно. Пиздец. Это уже сложно пошло. Тихо.
Добро. Блять. Забыл снова про эту ловушку. Что за дерьмо, боже? Сложно. Сложно. Я уже макак туда запустил. А как? Блять. Что за дебилизм? Боже мой. Как можно это пройти, не получив вообще урона, блядь? Мне легче сюда уйти, блядь. Ведь сюда расстрелять. И отсюда расстрелять. Ой, ты ж ё-моё. Отлично. Хорошо. Добро. Хорошо, что переключился, у кого побольше хп будет. Так, великан тоже действует на этого макакича. Стамина долго заряжается. Вот, нормально. Блядь. О, хух, хил, 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 здравствуй. В чем механика? Она не прыгает назад высоко, а только вперед. Ha!
Я вниз не пойду. Нужно вниз было сразу идти. Так, хорошо. Теперь мне коробка будет мешать. О, попадание. Коробка. Отлично. Готово. Отлично. Еще мяско. Ага, шаман с черепашкой. Джентро. Ага, он еще и мах. А, типа показывают, что уязвимо. Как я понимаю, да? Ну, тогда легкий босс. Блин. Блин, как бы так ядовитого убить? Так, теперь пес. Хорошо, яд. Тихо, черепашка. Ай-яй. Теперь понятно. То есть... Ой-ой-ой, а как это так? Не успевать надо, ё-моё. Слишком быстро, слишком быстро. Но здесь лучше копье юзать. И по мне дается на выбор, кого первого из них убивать, да? Ну, лучше, конечно... Ой, тихо, нанесли все-таки урон мне.
Короче, один удар и прыгать надо. Слишком быстро. Ага. Очень быстрые элементы. Я не успеваю. И он не вовремя их пускает. Ай-яй-яй. Ладно. Собаку в последнюю убьем. Тихо. Изи. Готово. Трофей. Что, на его палки полечу? Ну, это мы узнаем в следующей серии. Да? Да. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.